В социальных сетях внимательно следят за ситуацией, которая сложилась в Арыси. Так, советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов активно рассказывает пользователям о том, что происходит на месте, какую помощь оказывают пострадавшим. Он поделился фотографиями пожарных, которые уснули прямо на полу спортзала после длительной борьбы с огнем, разбирания завалов и эвакуации людей. Советник акима назвал их героями и сердечно поблагодарил. Всего в ликвидации чрезвычайной ситуации, по словам Сакена Калкаманова, было задействовано примерно 400 бойцов.